Ну что, ехала? Ребята, это живот у вас недавно проходило. Дорогие зрители, напоминаем, официальный партнер платформа 5QKZ. The next fight in strawweight division. Introducing, fighting out of the blue corner. His professional record 2 wins, 2 losses. Ребята, какая разница, известные, неизвестные? Может быть, они здесь покажут что-то крутое. Опа, это кыргыз и казах, я так понимаю, будут драться, да? Ну и что, что неизвестно, если они здесь покажут класс? Давайте дадим шанс. Жигитом. В октябре прошел турнир. Ребята, это принципиальный бой, вы чего? Казах и кыргыз. Да, я понимаю, братские народы, братья и все такое, но, блин, это спорт, спортивное противостояние. Вы все тут практически казахи у меня в чате. Кыргызы, скорее всего, тоже есть. Вот и каждый сейчас будет болеть за своих, а я так буду со стороны наблюдать за этим, над этим, за этим делом. Так что вы чё? Нет, ребята, не разочаровывайте меня. Спорт, блин, она умна, вы чё, дегендей. Meters. His weight 55.5 kilograms. Fighting out of Aktobe, Kazakhstan. Ханымдар мен мырзалар, қарсы алыңыздар. Актобе. Жабана! Ни хера себе неизвестный, ребята, это весь зал вскочил. О, Алдияра, я тебя увидел в зале. Вы чё, неизвестный? Полный зал народу. Народный мейн-эвент. Дай сюда. Ну что? Новая весовая категория продолжает свою жизнь. Богдан Жубаныш против Ниматулла. Ниматуллы Исламиддин Улы. Местный герой. Однозначно. Багдад Жубаныш обрел он популярность, будучи любителем. Второй поединок в профессионалах. Ну что, ехала. Ниматулла уже 4 поединка успел провести. Так, ну кыргыз-то повыше ростом, да? И руки подлиннее, соответственно. Большим опытом, да. Чуть больше. Да ну нахер! Это что такое было? Это что такое было? Это что, на первой секунде? Серьезно? Чего? Я обладаю большим опытом, да? Чуть больше. Так как так-то? Точным правым ударом. Гильотина сейчас. Ни хрена себе. И это вы говорите, неинтересно смотреть. Да вы что? Ни хрена себе. Опа. Попытался накинуть треугольник. Вот это да. Опа, что нет. Ни хрена себе. Вот это рубка. Пытается еще раз накинуть. Лежа ни хрена на спине. Себе. Очень... Вот это рубка, ребята. Вы чего? Парень Исламиддин. Да. Очень жесткие удары. Казах просто воспрял, как феникс из пепла. Не деген скорость, как говорил наш коллега. В первую секунду... Будет бороться, бороться. Ничего себе, ребята, неизвестные люди, вы вообще что пишете? Да, волейбольное начало, а это уже заготовочки в стиле Еркунка, да? В стиле наших братьев, да? Как... Так, ребята, мне надо немножко выдохнуть. Я как бы люблю единоборство, это как бы, ну, помимо того, что это такая чисто мужская тема, все дела, ну, блин, это же всегда прикольно и интересно смотреть. Бля, я вообще поражаюсь. Вот вы пишете, да, да это не эти, как его... Неизвестные люди там и все такие малоизвестные спортсмены. Да посмотри, что они творят. А вон смотришь это топовое ММА, там такого порой не увидишь даже, там только борьба. Со всем уважением, но к тому же... кто там? Нурмагомедов, да? Ну, блин, а здесь что показывают? Вы что, ребята? Конечно, у каждого свой стиль, но, блин, это же интересно смотреть, нифига себе. Сказал бы, сам Богдан Жубаныш. Да, обязательно нужно взять небольшую ни паузу. Нихрена себе. Очень такое стремительное у нас начало получилось. Начало тут. Удара, кажется. Ислам прихватил ногу. И сам Богдан Жубаныш. Да, очень плотный у нас поединок.
Да, колено, руки вообще просто по полной работе. Есть все-таки небольшое преимущество у Исламиддина в росте, подлиннее. Ребят, казах в красном, казах поменьше ростом, в красных шортах, кыргыз в синих шортах. Выжидать, да, выжидать. Размах, да? Размах рук. Короче, казах просто не ожидал, да, на первых секундах. Значительно снизился темп. Вот этого тычка. Дистанции проблемы. Багдад пока не дотягивает до оппонента. Две минуты уже позади. Исламиддин выжидает, он ждет момент, когда Багдад пойдет бороться. Такие, а? Успокоились, да? Даже атаковать. Какой же хладнокровный парень. Оба хороши. Да. Оба хороши. В ноги. Прихватил шею. Удушение. А гильотина? Ну как хорош в защите. Да ну нахер. Да ну нахер. Сможет ли все, пошел просто. Пошел ва-банк. Охренеть. Охренеть, это я еще надо пересмотреть. Это же был бэкфист, да, ребята? Только бэкфист это когда с прямой рукой. Алдияр, ты есть в чате? Напиши. Как этот удар называется? Есть в спортике? Нет, в спортике есть. Бэкфист это когда прямая рука. А когда с локтя, это как-то по-другому называется. Смотрите, смотрите. Сумасшедший! Какой ты сумасшедший! Будет ли нокаут сейчас? Что происходит? Да ну нахер! Еще попадание! Вот это да! Пошел Багдад вперед! Да ну нахер, это просто мясорубка. Что за парень Нематулла? Держит на последний. Это бэкфист? Значит, я прав, это бэкфист. Невероятное начало! Забивать, забивать! Снизился темп! Все! Вот это да! Еще не на гильотину. Забирай спину! Блин, а кыргыз такой тоже, да? Держится, кыргыз. Поединок! Забирай спину, пошел удушающий! Да, плотный захват! Заткнул Багдад! Неужели в первом раунде возьмем? Держится! Охренеть! Стучи! Все! Ничего себе! Вот это да! Что за поединок? Багдад Джубанеш! Охренеть, ребята! Ни хрена себе! Комментарии! Что за поединок? Что за раунд закатили? Это раунд. Эти это, два ребята, бойца. Все было в что первом раунде. Самая минимальная весовая категория. Скорость, ребята, помноженная на точность и на силу удара. Просто. Нереально. Я вообще в шоке. Блин, Алдияр, ты, конечно, тоже неправильно, нехорошо поступил. Ты мне скидывал, но ты не говорил, что это такой крутой бой. Ты мне просто, ну, посоветуй, ну, типа, посмотри бой. Не, где бэкфист? Я хочу бэкфист посмотреть. Охренеть, вот это да, ребята. Чего вы там говорите, да? Неизвестные бойцы какие-то. Неинтересно их смотреть. Ага, ага. Так, ребята, вот тот момент, на который вы все просили. Вот, поднимают руки. Тукаев, Тукаев на футболке. Это было в преддверии выборов, кстати. Submission. Ребята,
Ребята, это было просто невероятно. Кто-то мне написали, это надо было отдельное видео выкладывать. Ребята, я записал это видео отдельно, и оно выйдет у меня на канале как отдельная реакция. Блин, ребята, это что это было? Я, наверное, уже в 10-й раз хочу сказать, вы тут вот говорите, да, неизвестные спортсмены. Да посмотрите, что они творят, эти неизвестные спортсмены. Я думаю, человек, который это написал, должен забрать эти свои слова обратно. Просто, ну, мы все увидели. Это только в первом раунде такая рубка. Порою за все там 5-6 раундов, сколько раундов длится в ММА, такого не увидишь. Ни хрена себе. Блин, ребята, вот это да. Вот эта тема. Это было круто. Диванный герой не знает, конечно. Блин, ребята, я вообще в шоке. Просто, ребята, эмоции просто выплескиваются через край. Просто переполняют. Это было хорошо. Вот это бой, ребята. Вот это бой. Все, давайте, всем пока.